Кулинары. Давай испечем торт. Наполеон или медовик? Надо проверить, есть ли у нас все продукты. Так, мука есть, яйца, соль, сахар, мед. Сливочное масло кончилось. Ничего, я сейчас бегаю за ним в магазин. И соды тогда возьми, не могу найти. Для этого торта нужна сметана, купишь? Слушай, так я буду бегать по магазинам до вечера. А может, купим медовик в кондитерской на углу? А сами вместо того, чтобы месить и печь, будем пить кофе и смотреть наш любимый сериал. Быстро ты передумал, но я только за. И время сэкономим, и посуду меньше мыть. Беги тогда за тортом, а я пока чай заварю и сделаю кофе. Я передумала. У нас мука кончилась. Можешь заварить чай? Сбегай за медом. Здесь меньше людей. Вот 3 яйца. У нас нет яиц. Вы купили яйца? Дай мне, пожалуйста, 5 яиц.